Перспективы развития овощеводства защищенного грунта обсудили на совещании премьер-министра региона Артема Сдунова с руководителями тепличных хозяйств. Говоря о проблемах отрасли, отметили низкий уровень технологичности теплиц, что приводит к резкому снижению урожайности. Решать проблему будут с помощью строительства современных тепличных комплексов, в том числе с оказанием господдержки. Тем не менее, учитывая цены на газ, семенной материал, удобрения, средства защиты и среднюю урожайность в таких теплицах, рентабельность продукции невысокая. Владельцам мелких теплиц предложили объединиться в сельхозпотребкооперативы. Это, по словам министра сельского хозяйства Абзагира Гусейнова, позволит получить субсидии на семенной материал, на приобретение автотранспорта, а также даст возможность участвовать в программах грантовой поддержки. Для крупных предприятий расширят возможности льготного кредитования. Также будут выявлять незарегистрированные теплицы и ставить их на налоговый учет.